Уважаемые жители Откройте Жигулевска, полиция. вы об... Уважаемые жители Жигулевска, пожалуйста, любое сопротивление... А вы все пройдете в штаб Навального. Знаю, в штабе каждого ЧПЗУ вам дадут вкусные обеды и питье. Любое сопротивление будет караться и преследоваться. Вам ничего не грозит, если вы выполните все наши требования. Уважаемые оппозиции, ставьте заниматься ерундой. Насилия нет никакого смысла. Итак, новости. Эксперименты, которые проводят наша штаб-квартира, проходят успешно. Если вы хотите получить хорошее вознаграждение, приходите. Мы вас сделаем лучше. У вас появится сила улучшиться, слух, зрение, еще много других невероятных способностей. Эй, иди сюда! Петрович, прием, прием, Петрович, как слышно? Короче, тема такая, я сейчас на работе, мне тут Навальный сказал, куда съездить, можешь мою дочь забрать из сада. Я понимаю, это в долгу не осталось, брат. Это, заберешь ее, скажешь от меня, короче. Ну вот. Давай, дружище, я верю в тебя. Если что, отвечай. Хватит сосать, выплет! Идет в наш штаб. Не пытайтесь в одиночку проникнуть в наш штаб. Иди нахуй! Мне похуй. Иди нахуй! Нахуй нам не надо, блядь! Любое действие, если вы будете в одиночку проникнуть в штаб, будет следоваться по закону. Спасибо за внимание. Thank you.
можно прийти только через уровни. Любой действие размещения в конечный штаб будет караться и преследоваться по закону. Всем спасибо за внимание. Прием, ты меня слышишь? Твоя жена родила. Прием, Саня, поздравляю тебя. Ну как, не знаю, может, в туалет. Всем привет, с вами Навальный. Уважаемые жители Жигулевска, пожалуйста, любое сопротивление будет бесполезным. Приглашаю всех вас в свой штаб Навального. Вас там ждет вкусная еда, вкусное питье. Также пройдите чипование. Уважаемая оппозиция, сопротивление бесполезно. Насилие не приведет ни к чему. Войска уже введены, поэтому... Обратитесь к ближайшему силовому отряду, либо к ближайшему полицейскому. Он вас отведет и приведет в наш штаб. Не пытайтесь в одиночку стать на штаб. Штаб нужно прийти только силовыми структурами. Любое действие, если вы будете без разрешения в одиночку проникнуть в штаб, будет караться. У Лысого из Бразерса есть все. За автобусом твоя волына. Лысого из Бразерса есть все. Нет денег. У Лысого из Бразерса есть все. Волына. Хорошо я. Я как дикое животное, такой прям с сеновала прыгаю, как дикое животное, нападаю сзади. Нападаю сзади, возьму за это, я помню, вымя козлина, и начинаю переть взад козу. И я ебал козу. Ну, было дело, ребят, ну, с кем не бывало, знаете, по малолетке, да, она с каждым такая ерунда приключалась, я думаю. Не, ну, коза-то коза, блин, это все-таки нормально, плоть-то нормальная. Есть за что подержаться. Лучше выебать козу. Вот это я понимаю. Лучше выебать иной раз козу, чем там женщину.
Это временная процедура. Александр Абдулов. Алло. Быстро отвечай. Че не терпеть нахуй? У Лысого из Бразерса есть все. Thank you.
такое? Mm-hmm.